Всем привет! Привет, вы на канале OnePlay. Сегодня 8 марта, и я решила для мамы сделать открытку. Да, а открытка будет в виде объемных цветочков, да? Да, они будут большие. Большие и красивые, да, разноцветные. Да, и для этого мне понадобится белый картон. Да, белый картон. Цветная бумага зеленого цвета. Клей. Клей. Так. Обычные белые кружочки, да? Они в диаметре 5 сантиметров, у нас их 3 штучки. Цветная бумага. Да, квадратики. Да, квадратики. 3 на 3 сантиметра. Какие они? Каких цветов они? Красный, розовый и желтый. Все. Обожаю правильно. Розовый. И полосочки желтого цвета, красного и розового, да. И ножницы. Все правильно. И сейчас мы начнем делать открыточку, да? Да. Для этого перво-наперво нам нужно сложить открытку пополам. Так, ты уже сложила открыточку, да? Да? Вот такая открыточка у меня получилась. И сейчас я буду складывать квадратики кулечками, да? И будут у тебя получаться лепесточки для наших цветков. Для того, чтобы сделать такие лепесточки, нам нужно взять вот такой вот квадратик и свернуть его кулечком. Вот так вот на угол. Берем. И нам нужно будет проклеить его. Для этого берем клей. Вот так чуть-чуть намазываем. И получается вот такой вот кулечек. Итак, мы подготовили целую кучу конусов разных цветов. И сейчас я буду приклеивать вот эти 3 кружочка к нашей открыточке. Так, давай. И сейчас я буду делать цветочки, да? Да. Каждый цветочек у нас будет своего цвета, и нам нужно теперь приклеить вот эти конусы по кругу. Да. С какого начнешь? С розового, моего любимого. Берем вот этот конус, намазываем его чуть-чуть клеем. Достаточно даже в центр конуса капнуть, и он приклеится. Не закрывай, ничего страшного, все равно сейчас много клеить. Давай и к серединке, конусом к серединке. Да, вот так вот. И прижимай. Все, теперь мы будем приклеивать эти лепесточки по кругу и в несколько рядов. В зависимости от того, сколько у нас останется, да? Вот такие цветочки у меня получились, и сейчас я буду делать сердцевинки. Да. Да, у нас есть вот такие полосочки, рассказывай дальше, что мы будем с ними делать. Их надо надрезать небольшими. Да, по чуть-чуть полосочки. Сделать на такие надрезы, да, много-много надрезов. Я приклеила эти полосочки в серединку цветочка. Да, сначала ты их забахромила, да? Скрутила и приклеила. Да. И получилась вот такая вот красота, такие цветочки. Красивые цветочки. Да, а теперь нам нужно сделать для них листики. Да, листики. Мы их вырежем из зеленой бумаги. Вот я приклеила стебельки и листики. Покажи, как они получились. А сейчас я хочу всех поздравить с 8 марта. С днем 8 марта! С праздником весенним! Солнышко приносит звонкое веселье. Пусть тепло настанет и уйдут морозы. Пусть подарит нежность веточка мимозы. Еще раз всех с праздником!
Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И пишите комментарии. Пока-пока! Thank you.